У сельчан наступает горячая пора. Если в Батыревском районе уже начался сев, то в Чебоксарском только приступили к весенней подкормке озимых. Хозяйство «Прогресс» многопрофильное. Занимаясь в основном животноводством, собственники не забывают и о кормовой базе. Здесь выращивают ячмень, пшеницу, горох. У озимых, а их площадь более 500 гектаров, пока слабые всходы, и они очень нуждаются в подкормке. Это подкормка азотным удобрением. В данном случае аммиачной селитрой. Ее используют для развития листовой поверхности. С этого и начинаются весенние полевые работы. Без них трудно рассчитывать на хороший урожай. В хозяйстве 1600 гектаров посевной площади. Надо успеть засеять все с учетом благоприятных условий. И речь в данном случае идет о дожде. Это как раз очень как бы благоприятно. После внесения подкормки озимых культур минеральными удобрениями дождь для них будет хорошим погодным явлением. Семена мы заготовили. В основном у нас семена высоких репродукций, элитных. Мы семена закупаем у семеноводского хозяйства, у АО «Чурачевское». И в данный момент все семена протравлены и готовы к посеву. Эти два хозяйства – партнеры в бизнесе. Они используют возможности своих технопарков, выручают друг друга, если техника ломается или не хватает бензина и солярки. Это та самая кооперация, о необходимости которой сегодня говорят на правительственном уровне. Хозяйство «Чурачевское» недавно реконструировали коровник. Было сформировано высокопродуктивное стадо. У них автоматизировано в хозяйстве все полностью 100%. 100%, даже начиная с кормления до наузоудаления. Такой подход к делу дает положительные результаты. Увеличивается прибыль, часть которой собственники тратят на дальнейшее развитие. Екатерина Шеверова, Игорь Зверев, Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика.